То, что флористы для быстроты называют фисташкой, на самом деле является листьями мастикового дерева. Мастиковое дерево Pistacea lentiscus – это близкий родственник фисташкового дерева, известного нам по необыкновенно вкусным плодам, так называемым фисташковым орехам. Смола мастикового дерева используется для изготовления лаков. Родина этого растения – Средиземноморье. Там оно достигает высоты 3 метров. В комнатных условиях оно пригодно для выращивания в качестве бонсая – маленького деревца.